Це й не дивно, що росіяни злякались. Нехай звикають до страху. Бо поки вони рік топчуться навколо Бахмута із метою його захопити, ЗСУ за 3 дні звільняють понад 17 квадратних кілометрів. Але у окупантів, як завжди, все під контролем. Противник предпринял попытку контратаковать, но, к счастью, мы отразили это наступление. Оговорочка по Фрейду. К сожалению, пришлось отступить. Хотів він сказати. Зеленский, прости, что перебиваю, проводит ставку. Это вот новости приходят по лентам информагентств. Как он называет верховного главнокомандующего, хотя мы понимаем, никакой он не верховный, не главнокомандующий, особенно свежие видеоэпизоды подтверждают, что человек находится в невменяемом состоянии. Тем не менее, генерал Сырский подтвердил успешную контратаку ВСУ под Бахмутом. Также на ставке сверили долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет. Это опять-таки цитирую новости с ленты информагентств. Поэтому хочу отдельно сказать, мы никоим образом не сеем панику, не предаемся унынию, уныние – грех. Победа будет за нами, в этом никто не сомневается. Но надо сохранять трезвомыслие и адекватность. Ситуация максимально серьезная. Такой серьезной, наверное, не было никогда. Это война. Але паніку та істерію пропагандистів викликали не лише повідомлення про успіхи наших воїнів. Сподобались їм і новини про далекобійні ракети для ЗСУ. CNN со ссылкой на источники сообщает, что Великобритания уже поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность их полета равна 250 километрам. По другим данным, до 590 километров. То есть позволяет наносить удары вглубь территории России. В радиусе поражения оказываются такие города, как Воронеж, Краснодар, Сочи, Севастополь, Ростов-на-Дону, Курск, Брянск и другие наши с вами города. Дальность 300 километров, бить будут вглубь территории Российской Федерации. Это что, цель аэродромы? Какой можно сделать вывод? Военные. Во-первых, не 300 километров. У ракеты Storm Shadow, кстати, предприятие... 160. Предприятие-производитель скрывает точные данные, точные тактико-технические характеристики этого изделия. Там минимальная цифра 550, а с подвеской... Все верно, про 300 километров говорил Подоляк и имел в виду беспилотники. Storm Shadow 560. Там даже до 1000, причем там очень мощная боевая часть, почти 500 килограмм, если быть точнее, 460. И в зоне досягаемости этого изделия находится и Новороссийск, и Сочи, и Ростов-на-Дону, и Краснодар. Умеете вы вселить, так сказать, оптимизм и надежду? Лучше, опять-таки, позволю себе повторить армейское одно выражение в этом плане, прошу прощения за военный жаргон, лучше нам в этом плане перебдеть, чем недобдеть, и готовиться к развитию событий по наихудшему варианту. Все верно. Плюс само количество наименований вооружений, которые они поставили, 600 разновидностей, тоже звучит довольно лихо, и я позволю себе свое любимое повторить. Оптимист – это плохо информированный пессимист. Лучше быть всегда пессимистом, но далее можно сказать, что реалистом быть еще краше, но здесь уже как... А пойдет, ой, як добре, вы майже ничего не відчуєте. Эти ракеты были переданы Украине только при одном условии, что они их используют для ударов по той территории, которую считают своей. То есть это Крым, Запорожье, Донбасс, Херсонская область. Весьма уязвимой точкой является Крымский мост. Вот получение этих ракет с дальностью стрельбы несколько сотен километров, ведь на самом деле не столь важно, 560 или 300. 300 это тоже достаточно, но позволяет Украине наносить удары по Крымскому мосту. Вот. И примерно понятно, какой замысел этого контрнаступления сейчас просматривается. Взять под огневой контроль сухопутные пути в Крым и, значит, разрушить Крымский мост. Теперь ясно, что имел в виду министр обороны Резников, когда говорил, что мы заставим русских оттуда уйти. Но, в общем-то, если у нас это понимание есть, то я предполагаю, что и у военного руководства Российской Федерации должно быть это понимание, и Россия должна на сегодняшний день прорабатывать варианты своих ответов, в том числе и на поставки ракет Storm Shadow. Прорабатывать, а точнее отрабатывать, может лишь пропагандисты свои методички. Бо далі усе за сценарием погрози нашим союзникам та заклики відмовитися від гуманізму. Вбивати українців.
Уважно послухайте. То есть, ну, не лечится терроризм гуманизмом. Ну, вот не лечится. То есть, как ни крути, как ни стой в белом пальто, как ни проявляй гуманизм. Единственное, что приходит в голову из того, что подействует сразу, это перемешать там все уже, наконец, с землей, потому что иначе, вы видите, да, как далеко это дошла эскалация. Это самое эффективное лекарство – массированный огневой удар всеми возможными силами и средствами. Тут просто так ситуация обернулась, что если не мы, то нас. И в этой связи тоже. Словно бы мы все пацифисты и гуманисты, пришло время действовать. Не говорить, а делать. Щоденні обстріли мирних міст – це прояв гуманізму? Стерті з лиця землі Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка – це теж гуманізм? От як в цієї кобилячої морди повертається язик таке говорити?